Я не знаю, я стараюсь вообще внушить каждую игру, что это, каждую игру надо играть как последнюю. Это не NBA, где выходят, все побегали, дружно забили 120 очков, потому что потом будет плей-офф, потом будем играть. Да? Я хочу все время говорю все время, что каждую игру надо играть как последнюю. Ну и сейчас не вижу, будет то же самое сейчас на следующую игру.